Should update it. Поездки в общественном транспорте – неотъемлемая часть нашей жизни. Не найдется ни одного человека, который хоть бы раз в жизни не воспользовался услугами общественного транспорта. Оплачивая проезд, пассажир хочет получить за свои деньги поездку комфортабельной и чистой маршрутки. Керченские перевозчики и водители, в свою очередь, следят за состоянием салона их транспортного средства, регулярно проводят уборку и пылесосят чехлы. Смотрим сами, когда надо убрать, мы сами убираем маршрут. И тут не будешь же на автовокзале сорить, на автовокзале же не будешь убирать. Мокрые зашли, сели на сиденье. Отсидели, встали, ушли, сиденье осталось мокрое. Другие садятся, люди возмущаются, почему сиденье мокрое. Сейчас люди стали намного культурнее и воспитаннее, да. Видимо, все-таки как-то преобразилось. У нас в городе вообще чистота и порядок, поэтому люди относятся бережно, да. Все реже как-то попадаются бумажечки с под конфет, там, салфетки одноразовые. Ну, в общем-то, нормально все. Но убирать приходится, конечно. Пыль там специальная, шваброчка, там есть губка, все убираем. Ничего в этом страшного нет. Это все было испокон веков. По словам заместителя городского головы Татьяны Ликучевой, регулярно осуществляются рейды с целью контроля интервала движения, количества автотранспорта и частоты в маршрутных такси. Керчане и гости города отмечают хорошее состояние салонов городского транспорта и остаются довольны чистотой. Но при этом не скрывают недовольство другой проблемой – недостаточного количества автотранспорта, особенно по 70-му маршруту и маршрутов в сторону Азовского моря. Мы и раньше, перед тем, как начался курортный сезон, мы говорили нашим перевозчикам, что в летнее время нужно чехлы в салонах стирать чаще. И сегодня мы об этом сказали, что обратите внимание на чехлы, на то, что на содержание салона. То есть, конечно, пыль, да, и песок после моря. Нужно необходимо водителю следить за состоянием маршрутного такси. Поэтому на это тоже обратим обязательно внимание. Проблема нехватки автотранспорта, особенно в отдаленные районы Керчи, находится на контроле у городских властей. Уже принимаются необходимые меры. Сейчас рассматриваются предложения от перевозчиков по поводу увеличения количества автотранспорта по некоторым маршрутам. Это касается и направления в сторону паромной переправы. Такая необходимость возникла из-за потока людей в курортный сезон. Нормально ходят. Чисто, чисто, хорошо, да. Как чисто, все очень хорошо. Все хорошо, приятно поехать, да. Приятно. Мы очень довольны. Маршрутки у нас нормально чистые ходят, да. И у нас четверка, мы возьмем маршрутка. Ну, постоянно, через 20 минут нас устраивает. Маршрутки чистые, ходят регулярно.
Но они маленькие, компактненькие, немножко душно бывает в жару. Чистенькие, в общем-то, и поведение людей в маршрутках очень приятное. Никто никогда, ну, сколько мы ездили, не скандалил. Чистые, хорошие маршрутки. Ну, видите, как они уже полчаса стоим, нету первого маршрута. Где он? Они некомфортабельные, они маленькие для нашего города. У нас все-таки город с населением приличным. В основном по городу я не езжу, только наши джимушкайские маршрутки. Великолепные у нас маршрутки, и водители самые лучшие и вежливые. Мы новониколаевские, у нас маршрутки все время ломаются. По 30 человек с моря добиваются и в гору не залазят. Идем пешком-то дому. Внутри чисто, хорошо.